я как бы все будет нормально. Почему я не могу уехать в Челябинск? Я не могу уехать в Челябинск, потому что в любой момент мне могут позвонить по трепотации почки, и я должен в любой момент приехать в Москву. Если я этого не делаю в данный момент, то это получается так, то что, ну, грубо говоря, меня просто... Я останусь без почки, если это я не сделаю. Вот. Я останусь без почки, если я это сделаю. Вот, как бы, если я не приеду за 3 часа. А сами вы понимаете, ребят, Челябинск лететь — это 2 часа. Зачем ты уступил вместо Вики? Можно было жить на Дом 2 и зарабатывать на Дом 2. Ребят, я просто, с одной стороны, понимал то, что продюсерам неудобно с такой ситуацией, то, что как бы получается так, то, что я вообще как бы, с одной стороны, я все сделал так, чтобы не мешать вообще проекту. Я у всех ребят, получается, днем, с утра, допустим, с 11 часов дня до 2 часов вечера идут съемки. Просто тотальные съемки, там, Бородина против Бузова и далее. Вот. И как бы я, как бы, и так как бы не мешал, как бы, ребятам, у них съемки идут, а я это все время, сколько вот идут съемки, у них съемки прошли, все ребята идут вечером спать, а я как бы уходил, ну, уезжал на диализ, приезжал в 7 часов утра. То бишь, я никому не мешал. Пока все ребята спали, я был на диализе, и так почти неделю. Диализ, съемки, больница, съемки. Вот. Ну, вот как-то так. А ты стоишь на очереди, бесплатная операция уже? Да, ребят, я стою на очереди. Я жду свою трансплантацию. Просто в Москве мне надо как-то с этим совсем разобраться, как я буду ходить на диализ, куда я буду ходить на диализ. Потому что я пока еще сам ничего не знаю. Вот, и как-то вот так. Потому что мне надо найти больницу, в которую я буду ездить. Надо оплачивать лекарства, один раз в месяц ходить и хотя бы сдавать как бы какие-то анализы. Привет. Здоровья тебе и счастья. Спасибо, всякие. А, теперь вопрос, сколько дали в конверте? В конверте дали 30 тысяч. Ну, ребят, это съемки были не вчера и даже не позавчера. Вы смотрите съемки, которые проходили неделю назад. И прилетев в Челябинск, как бы заплатить за квартиру, то, что было там, купить собакам опять поесть, побыть в Челябинске, решить свои дела с документами совсем. Решить проблемы с документами совсем и как бы это все узнать и прилететь обратно. Я вчера только прилетел сюда, прилетел обратно, как бы, да, нам дали комнату, как бы, как вам объяснить, там не комната, там люди в этой квартире живут, которые вот отсидели, да, и они приходят как пожить там, ну, как сказать, как, ну, вот как-то так сказать, вот так вот, вот, пока мы тут живем, ну, хотя бы это уже хорошо, как бы, хоть что-то. Конечно, они там курят в квартире всей толпой. Мужики сидят в нарды, играют там, веселятся, как хотят. Ну, короче, вот как-то так. Ответь в Дирик. Да, я отвечу в Дирик. Давайте я помогу с диализом. Да, давайте. Да, были на Дом 2. Мы, ребят, кстати... разговаривали с Ольгой Бузовой по поводу той ситуации, то, что, блин, на улице холодно. Мы были, получается, с Ольгой Бузовой. Слышно меня всем? Так, мы были с Ольгой Бузовой, получается, я с ней разговаривал лично по поводу того момента, чтобы помогать детям. Как говорю, смотрим на то, чтобы собраться, приехать, помочь детскому дому, там, какому-то иному, там, хотя бы, ну, не в Челябинске, а в Москве. Ну, на что она сказала, да, конечно, поможем. Сейчас, подожди, обязательно с тобой к журналистам подойдем. Я думал, это все серьезно. На самом деле, я зашел в инженерку, просто сфоткался, и она уехала, и даже ничего не сказала. Как бы вот так вот, ребят.
По поводу сценариями. Поздно включил тебя, сам продюсер попросил уйти. Да, меня сам продюсер попросил уйти. Сказал Виджай, в любой момент, как ты делаешь себе пересадку почки, ты можешь уйти обратно к нам проекту. Вот. По поводу сценария, нет, там нет никого, ребят, сценария. Вы представьте, там их 40 человек, и всем каждому раздать сценарий, ты сидишь, что ты будешь говорить. Нет, там такого нету. Есть такой момент один, то что... допустим, какая-то ситуация, допустим, идет, все разговаривают, и, допустим, такой момент происходит, то что, допустим, так, ребят, типа, по громкой камере, так, ребят, типа, разговариваем по поводу Черно. Все, и все разговаривают по поводу Черно. Вот так вот. Да, вот я сейчас в Москве нахожусь. Вон, видите. Вот. Так что... Вот такие вот дела. Ребят, кто на меня не подписан, вы с тогдами подпишитесь, пожалуйста. И раскидайте мою как-то новость, чтобы больше людей было. Вам, от вас требуется чуть-чуть там просто где-то меня указать. Вам это ничего как бы не стоит, а мне будет это очень сильно приятно, то, что очень много народу так побеспокоилось за меня. Да, как бы 1800 людей для меня – это очень большая аудитория. Вот, и... Я буду вас чем-то веселить всех, как бы. Виджай, как ты устроился в Москве? Ребят, пока никак. Я не знаю, как мне решить с диализом. У меня завтра диализ. Я не знаю, куда я пойду на диализ. Вот. Не знаю вообще, как это все будет происходить. И... Не знаю, где работу, что брать, как вообще тут жить, что почем, потому что пенсию по инвалидности мне 17 тысяч переводят. Кто не верит, да, мне 17 тысяч переводят, мне первая группа инвалидности. Кто говорит еще, ребят, по поводу квартиры, ну тебе же квартиру выдали. Ну да, мне выдали квартиру, ну, а квартиру-то выдали мне в Челябинске, я в данный момент я нахожусь в другом городе, город Москва. Если мне выдали бы в Москве, я даже бы речи бы не было никакой о том, то, что где я буду жить. Понимаете, как бы вот так. Виджай, сколько денег дали тебе на дом 2? Ребят, 30 тысяч это примерно было в конверте. 21 тысячу собрали сами ребята. Ну вот и считайте. 30 плюс 21, 51. И 15 тысяч дала Вика. А, и 10 тысяч подарили, получается, Мария подарила. Маша, куда Мария, какая Мария, блин. Это, блин, как я забыл, короче, как зовут. Они про меня забыли, я про них забыл. И как-то так. Забыл, как, короче, зовут. Вот. Короче, как-то так. WhatsApp посмотри потом. Хорошо, зайду. А ты много мне с диализом дают. Дают 16500. А это много мы с диализом дают 16500. Да, 16500 это примерно пенсия. Я тебе говорю, 17 тысяч вот так. С каким-нибудь дом 2 поддерживаешь общение? Ребят, я ни с кем не поддерживаю общение, потому что ребята все на экране только. Я так понял, вот сейчас я, по крайней мере, так понял, что они все на экране только. Да, как бы мы тебе будем помогать. Ну, Безус, никто трубку не берет, и все просто загасили свои страницы, будем так говорить. Загасили, как бы. Загасили, спрятали, ушли, там, сбежали, что-то еще. Ну, вот как-то так. Вот. Просто, да, я просто как бы не понимаю, как бы, я знаю то, что, как бы, да, мне, кстати, ребят подарили, ну, не ребят, мне ведущие подарили слуховой аппарат, типа Кадони там и Бородина, но это не они мне подарили. Это подарил мне женщина, которая занимается Бородина против Бузовой, они две сестры, я забыл, как их зовут, ей очень понравился, это они мне подарили, просто передали, сделали это так. А? Мы куда идем? Метро. Ищи, где метро. Теперь мы ищем, где метро.
Ребят, по поводу обязаны мне помогать, не обязаны, мне никто ничего не обязан, я ни у кого ничего не прошу. Если у вас есть какая-то возможность мне помочь, пожалуйста, помогите, я буду даже рад. И большой какой-то помощи никто у вас, никто ни у кого не просит. Просто, да, мне негде жить. Это 100%. В любой момент меня выселят с этой комнаты. Там не комната, там так, огорожено просто. Там даже не комната. Сплю, я, грубо говоря, на фанерке. Там купил сегодня какой-то матрасик небольшой. Все. Ну, а что дальше? В этой квартире живет почти... Сколько там человек живет? Около 8-9. Ну, около 10 человек. Около 10 человек в этой квартире живет. Квартира трехкомнатная, находится тут недалеко. Вот так вот. Если есть просто вот какая-то возможность, то помогите. Долго идти. 3 километра. Пойдем? Что, такси? Нет, пойдем. Давай посмотрим сколько. Давай. Вот. И все. Имей совесть. Так, тебе никому не помогли, всю неделю так отзываешься. Я, во-первых, девушка, которая пишет, имей совесть, так тебе никому никто не помог спустя неделю. Девушка, я не вижу, как вас зовут, и вы уже у меня исчезли с вот этого профиля. И, во-первых, я еще раз сказал, я никого... Я никого, еще раз я сказал, то, что я никого не обидел. Я никого не сказал, я про них не сказал, то, что они плохие. Еще какие-то просто, то, что ребята все как бы загасили, все потеряли. Может быть так у них это как-то заведено, так то, что вот кто-то уходит из старых участников, за них не надо брать трубки. Тут никто не говорил то, что ребята плохие. Никто не говорил. Я в том числе не говорил. Я благодарен, то, что хотя бы за эти деньги они мне помогли, как бы они вообще ничего не обязаны. Я изначально это всем сказал. И вы, девушка, так не говорите, пожалуйста, вы же меня не знаете. Ирина, а вы в чем разочарованы? Ты на дом 2 за бабки пришел. Да какие бабки, ребят? Почему ты не вернешься в Челябинск на диализ? Ребят, потому что тут я сейчас должен идти в ближайшее время. Большинство так живут. Сколько ему дали видеопомощь? Сколько они дали видеопомощь? Ребят, если кто-то думает, что там на Дом 2 забирают телефоны и что-то еще. Оу. Ребят, не у всех забирают телефоны. Не у всех. Забирают телефон только у новых участников первое время, и то. У старых участников у всех телефоны на руках. У всех абсолютно. Начиная с Федю, заканчивая Мариной Африканковой и всеми. У всех телефоны на руках, у всех все на руках. Так что, ребят, ну что вы мне говорите? За бабки, за славу, зачем еще туда приходить? Джай, здоровье тебе, пусть они там подавятся всем, у тебя будет все хорошо. Это что сказали? Могли бы и помочь ему. Так, ужасно. Привет, братан, как там? Как там на Дом 2? На Дом 2 никак, потому что я уже ушел с этого проекта. Подожди, я в карман телефон беру. Или хотя бы вот так нажму его. На улице просто холодно, я варежку одевал. Кто тебе дали финансовая помощь? Не хватит комнату снять и идти работать. А по поводу снять комнату и идти работать, ребят, по поводу работы меня никто не возьмет.
Тебе 100 раз мне писали, что он диализ запишет. Что игноришь? Я не игнорю, я не успеваю вам всем ответить. А машина у тебя где, в Москве или в Челябинске? Машину я продал. Ты говоришь, да, приходил, да, приходил. Ребят, еще раз говорю, про болезнь почек никто не знал. Изначально, когда я пошел на проект, я не хотел говорить то, что я хожу на диализ, я хотел просто проверить, возьмут меня или не возьмут. Ясно, понятно, если бы они узнали то, что я схожу на диализ, то меня никто бы не взял бы. Вот. И тогда, когда меня взяли уже официально при всех, тогда да, все. Ну, просто всех раньше устраивало то, что я хожу на диализ, и никто ничего не говорил. Было бы желание работать. Ребят, я не могу работать, так как у меня инвалидность первой группы. У меня стоит катетер на руке. В дальнейшем далее видео. Блин, ребят, посмотрите в интернет, полазите, пожалуйста. Было бы желание, иди работать. Давайте. 3 раза в неделю у меня гемодиализ по 4,5 часа. Это 3-я смена с 5 часов дня до 9 часов вечера. Предлагайте работу, кто какую предложит. Предлагайте. Так, не люблю таких, я думал, он классный, а на самом деле все с его помощью уже. Почему игноришь? Ребята, я вот всех не могу вам ответить. Что за... Okay. Катетер на руке. Я работаю. Кто не переживает, будет хорошо. Не оправдывайся. Им нас не понять. Да я не оправдываю себя, не перед кем. Просто вы говорите. Я просто вам предлагаю. Кто предложит мне работать? Вот мне люди конкретно сказали, то, что уезжает. Давай как бы Инстаграм попробую распиарить. Потому что Инстаграм будет тебе проще всего. Открыть, пока сейчас у тебя аудитория есть, можно на Инстаграме хорошо зарабатывать. Туда никуда не надо ходить. Ты, в принципе, сидишь дома, главное, чтобы в руках был у тебя только телефон. Больше ничего не надо. Все, я вот так вот. Давай я помогу тебе завтра с диализом. Да, давайте, я же вам говорю. Напишите мне, пожалуйста, в Инстаграме, и все. Хоть потеплее будет сейчас. Напишите мне завтра в Инстаграме и все. Мне кажется, маршрут построен. Приготовились. Через 100 метров. Легко работать. Умный, однако. Мать отказалась от почки. Почему мать отказалась от почки? Я не знаю, она мне сегодня звонила. Я ее поздравил с днем матери, как бы, ну. Просто чисто как бы иду. Ну, просто поздравил ее с днем матери. Зеленый общаешься, она нормальная или высокомерная? Соусу общаюсь, если про Кариму. Какая у тебя машина? У меня нет. У меня была машина Nissan Bluebird. Черный, ну, эта машина, ребят, та же, чем вы все, она 92-го года, и я ее продал. Кто хочет, можете посмотреть у меня фотографии в машине, фотографии моей, ну, машины у меня в этом. Я ее покупал когда-то за 80 тысяч, ребят, когда я полетел в Москву на первую больницу, я продал машину, чтобы купить себе билеты, проживание, питание. Обратись к Литвину. Ребят, это не так все просто. Никому ты просто так не обратишься. Все прекрасно. Это мы все думаем, то, что вот на экране это все. Вау, как она помогает. Как они все хорошо помогают. А если они до туда прям доехали? До куда? До туда, до этого. А вы знаете, где проходит? Подождите, а вы знаете, где проходит этот, как? Что, туда едем?
Поехали. На станцию, не знаю, Пуценская. На станцию, не знаю.